Анна Борисовна, идите сюда. Какой красивый у нас сегодня распустился шоколадный солдатик. Артикул 327. Вот еще бутоны закрытые, остальные на кусте. Но один цветок уже распустился. Мы решили его снять, потому что обещают дождь, и можем пропустить эту красоту. А, Борисовна, вы любите темные пионы? Не каждый год шоколадный солдатик бывает таким шоколадным. Вот. Смотри, какой. Это на повлиял сильно холодная зима. Вот да, говорят, проблема, да, когда морозная зима. Да, и вот за этого, смотри, какой цвет выдал. Бывает такой покраснее, а этот прямо темный-темный. Шоколадный-шоколадный аж на вкус. Угу. И у него желтый центр какого-то цвета такого приглушенного, да, сочетания, да, с этим, да, темным. Приглушенный он как пастельно-желтый какой-то цвет вот этих тычинок. Интересный. И главное, он и второй бутон, и все бутоны такие темные. Значит, все будут такие вот темные. Видишь, это вот погодные условия влияют. Сказал бы, что это другой сорт, да, другой. Да, раз. Но это же говорят, да, ну, вот да. Жители у нас средней полосы, там, Московской области, что у них пионы цветут сочнее из-за как раз вот более холодной зимы. А у нас был заказчик с Чукотки, мужчина. Он говорит, у нас совершенно другой цвет вот от ваших. Как вы показываете, у вас цвет. У нас, говорит, совершенно другой цвет, более насыщенный и размер намного больше. Друзья, вот вас должно удивить в этот момент то, что у нас есть заказчики с Чукотки. Вот, помимо того, что какой красивый шоколадный солдатик, вы сейчас должны ахнуть и сказать, кто-то выращивает пионы на Чукотке. Я знаю, мужчина у нас на полуострове Камчатском прям очень был увлечен этим делом и много-много лет подряд покупал у нас пионы. И тоже был очень доволен результатом. Но у них там и почва на Камчатке вулканическая. И вот она прям давала пионам там такие огромные размеры и огромный цвет. Ну а к шоколадному солдатику, я думаю, что мы через несколько дней вернемся. Если, главное, чтобы дождь не пошел, потому что дождь наш в период цветения наш враг. Во все остальное время он наш друг, а вот когда цветут пионы, мы за ним наблюдаем, пытаемся его всегда обогнать. К сорту шоколадный солдатик через несколько дней вернемся и проверим, как же он себя тут чувствует. Но цвет, конечно, классный, темный-темный такой, прям шикарный. Артикул 327. Темный сорт шоколадный солдатик. Артикул 327. Аутен 1936 год. У Аутена есть много красных, темно-красных пионов, которые как раз сейчас тоже у нас в питомнике начинают распускаться. И, конечно, они у него получаются отменно. Вот так, как этот красавчик шоколадный солдатик. Это один из самых темных пионов в нашем питомнике. У нас есть несколько очень темных сортов, и вот шоколадный солдатик один из них. И, конечно, на фоне темных лепестков, такого прям коричневато-красного оттенка, черновато-красного оттенка, вот эта желтая серединка внутри, она тоже какого-то приглушенного такого цвета, вот как будто туда чуть-чуть подмешали в желтый капельку коричневого цвета. Она смотрится очень контрастно, но он прям сдалека видно, этот интересный гибрид. И у него темный, вот такой темный оттенок. Вот смотрите, у нас есть, сейчас я попробую показать, вот цветок, который только раскрывается, да, и который уже раскрылся. И есть, конечно, немного изменения цвета, да, но не так, что он, например, темный, а раскрывается в просто вишневый цветок. Нет, он темный и раскрывается тоже в темный цветок. Не выгорает. То есть он по мере того, как лепестки становятся больше и набирают площадь свою вот в раскрытии, цвет этот густой,
темно-коричневато-красный, он не становится просто, например, вишневым. Вот этот благородный черноватый оттенок у него остается на лепестках. И вот, друзья, еще у нас есть один. Смотрите, чудак чудаком. Такой, у него и гофрировочка на лепесточках. Вот она присутствует, такой вот чуть-чуть подмятые лепесточки, гофрированные, и желтая серединка контрастно. В солнечных лучах играет артикул 327 «Шоколадный солдатик». И, наверное, этот пион знают все, кто начинают интересоваться пионами. Есть сорта, которые не надо представлять, о которых все знают, которые все хотят. Это вот «Шоколадный солдатик». Мы никак его не можем размножить, потому что вот на расхват. Но темные пионы вообще это такой отдельный вид искусства, который часто хотят все посадить у себя в саду. Ну, я тоже хотела, конечно, всех понимаю. Мне очень нравится, как темные вот эти пионы, темные, смотрятся рядом с желтыми цветами. Вот эта желтая серединка, они так прикольно. Вот бакайбель невероятно круто смотрится в букетах с борзелой. Они цветут еще в одно время. И вот их в букет, если собирать вместе, там, конечно, прям очень шикарные получаются букеты.